Спасибо. Последний были? Ну, вот так вот. Я извиняюсь. А вы можете моей маме привет записать? Смотри, привет сейчас записываем, да? Жанна, мама. Мама Жанна. Вот так, да. Мамочка Жанночка, желаю вам здоровья, крепкого, долгих лет жизни. У вас прекрасная дочка, она для вас очень много делает. Так что любите ее, она любит вас. Еще раз. Спасибо вам большое. Значит так, вот снимешь сам, как ты считаешь, можем. Главное, ты смотришь на это, чтобы... Вот, меня, там вот, всего. Улыбочком. И плавненько поворачивает. Камера любит плавность. Камера любит плавность. Судей предучастников вывести спортсмена на помосты. Хорошая гостиница. А то мы остановимся. Спортсменам занять свои места на помостах. Даю контрольный отчет времени. 5, 4, 3, 2, 1. Ну да, я не место. Не место, да? Ну смотри. Это, она работает, красненько горит там, да? Снимай нас и набираешь YouTube Малахов Геннадий, ты увидишь видео, мы с тобой стоим. Потом вот с этого видео ты можешь скриншот сделать, ты можешь еще что-то. А он тогда тебе это вообще по YouTube там перебросит, по WhatsApp перебросит. Так вот это он говорит о том, уже как это говорит, что что-то не в порядке. Так, как это что? Значит, что тут надо сделать? Опять-таки, на мой канал зайдешь, там блюдо из хорошей пшеницы. Легко и просто хорошая пшеница делается. Вы будете с нашими витаминчиками, вы будете быстрее восстанавливаться от этого. И все это дешево и быстро делается. А это вот говорит о том, что да, вот это вот, и вот с этой стороны нет, а с этой стороны что-то там по непорядке, что-то кожа пытается. И вот смотрите, и смотрите, вот в спорте, если есть микропаразиты, ну какие-нибудь бактерии, грибки и так далее, герпес, мерпес, то организм с ними, как бы сказать, что полно, ну она на губах там вылезла, а потом вроде бы залезла, человек думает вылезла. Она там тлеет, и часть энергии организм тратит на то, чтобы это подавить. И не дает полноценно тренироваться, восстанавливаться. Как только вы это устраняете, у вас лучше восстановление, результат. Так что заходите на мой канал, смотрите такие вещи. Мы общаемся со стороны, сфотографируем со стороны. Ага. Вот для того, чтобы быстрее восстановиться, как раз там у меня плейлист «Средняя кулинария», и я там как раз рассказываю о блюдах, и даже у меня там два этих спортсмена, для восстановления. Смотрите, я беру проросшую пшеницу. Когда пшеница прорастает, я ее научился быстро проращивать. Это легко, знаешь, это посмотрите. Быстро проращиваю, вы берете горсточку пшеницы, там, когда она прорастает, значит, количество витаминов группы В, те, которые нужны, Е, А и так далее, огромное количество на мышь, все равно превращается в солодовый сахар. Вот, витамины, не те, что вы там покупаете, не знаете, а самые активные факторы. Короче, в блендер. Сверху стакан кефира, чайную ложечку, меда, все это перемололи, и у вас получается, выпиваете, у вас получается вкусный, восстанавливающий там зал, так или там ужин, который у вас помнит, он сытный. Если творожка добавите, это уже как первую кухню у вас будет, естественно, ваша. О! Я сам эти делаю. Что вы собрали? А ездил на соревнования, вот я был. Ну там я порвал там 60, 30, 30, а тут я уже 50 левой и 58. Ну, конечно, вот.
вообще одной рукой я ровно. 80 килограмм я ровно. Ну, мастер спорта потяжелее. 160. Я рвал. 197 килограмм. 212 рублей брал. А что? Давайте, вот девчата купите. Можно, давайте. Вы купите. Она всю эту... Давайте. Пусть вам мечтаются красивые идеи, пусть мысли исцеления кружат, пусть будут сердце вашего исцеления, которое до Бога долетят, и пусть от них сгорает скверно. Счастливее служится судьба, пусть очищается просто для лучшей жизни. Здесь на свет. Доброго здоровья. Спасибо. Доча, встань. Доча, обязательно. Да, все наведем. Посередине. Спасибо. Хорошо вам. Понравилось? Понравилось. У нас там... Как вас зовут? Алина. Доброго здоровья. Извините, что так и характер. Да подойдем. Главное от души. И сегодня 09. 11-19 Папа. Вот хороший. Сколько ей лет, что у нее уже суставы болят? Маме уже 65. 60? Когда как я? Да. Ты когда поздний ребенок приходит? А, так где-то. Да. Становится Карасев Павел. Надолго, да? Что, как говорится, не зря с писателями общались. Колесов, да. Геннадий Семенович. Помогский. Да. Ну, да. А как стать красивым? Давайте все на серединку. На фоне плаката. Да, да. Чешала. Ну да, я вот нас уже двое. Вот ребята. Давай сфоткаем с этим, потом будет все делать. Сань, давай, сфоткаем, человек ждет все. Так они. Вот, а кто
кто нас вот на юге нашел? А, ну мы же Так, ну что, фотографируем. Давайте фотографируемся. Так, все, остановитесь. Я выставлю это все у себя на канале. Для себя кто? И будете смотреть там. Не-не-не, будем снимать. Давай. Шляпу сними, Ярик. Не видно. Все, стали. Так что это? А тебя кто-нибудь для себя там снимет? Эх. Сюда тренера. Так что 78-й год оказался таким. Таганрог, Шах. Ростов, Новочерка и Каменск первое место. Здесь я с вами. Я вот здесь. Так, Арсен, немножко подвинься. Начинается. А ты возьми, переверни. Переверни его. Кто из себя будет фотографировать? Фотографируйте на память. Легенда Геннадий Петрович, телеведущий, мастер спорта. По тяжелой атлетике. По тяжелой атлетике. Писатель. Чемпион России среди ветеранов по боевому спорту. Ну на Ютубе просто набирайте Малаха Геннадий. И там я как раз вот все, что мы отсоревновались, я практически всех там выставил. То есть я не себя выставлял. А все соревнования по я подводил. Подождите. И вы там есть. Давайте фотографируем. Давайте поодиночек. Давайте поодиночек. На, пугал, давай, сразу. А, пугается. Поехали! Поехали!
Давайте быстро. Так, все отзвонились. Все, заходите, заходите в зал. Вот и нам сумку возьмите. Кого? Лично для меня и для спортивной школы. Не знаю. Вы знаете об этом? Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!